Субботник по уборке территории береговой зоны реки Пахра собрал неравнодушных людей, живущих в горках Ленинских. Наш мобильный репортер тоже проснулся с утра пораньше, чтобы с помощью видеокартинки рассказать о том, как прошло мероприятие. Отдыхать на природе любят многие, но после навести за собой порядок очень часто забывают. Участники субботника рассредоточились по группам, прошли по берегу реки и старательно убрали весь скопившийся мусор. Всего в большой уборке приняли участие порядка 50 человек. Вместе они убрали 2,5 гектара территории, собрав 9,5 кубометров мусора. Следующий субботник состоится 27 июля в деревне Дрожжино.